побывали на Крузенштерне, спели стишок для вас. Леха чуть-чуть заморозился и решил согреться глинтвейном. Или что это ты взял? Яволь, глинтвейн, вот это вот амаретто. Смотрите, вот это немецкая сущность. Рожа. На повестке дня у нас мир из Санкт-Петербурга. Как я уже говорил, это Крузенштерн. Смотрите, какой красава, да? Красава. Стоит вот так вот. 114 метров. Мир. Сделали ремонт, новые канаты купили на Крузенштерн. Вот, а мы сейчас на повестке дня, у нас мир стоит, его запустили третьим, как я говорил, в порт. Мир построен в 1987 году, в третьем тысячелетии. Три года до перестройки. Леша, welcome on board. Что вы думаете про мир? Здесь тебе нравится? Офигенно, это вам не Крузенштерн. Вот, Леша уже загорелся, он хочет пойти на мире в кругосветочку. Как ваше имя? Никандр. Никандр. Да, я очень старославянское имя, это очень редкое. Приятно. В общем, мы сейчас пришли в Гамбург. Мой первый поход в море вообще. Вот мы шли 14 дней из Санкт-Петербурга в Гамбург. Это был замечательный поход. Нас сразу приобщили к общему делу, то есть драить палубу, менять проводку, ставить новые розетки, меня как электрика. Потом мы там прожектора красили, все полностью здесь сошкурили, всю краску, покрасили все заново, отполировали все вот эти железные детали, медные всякие значки, звонки, проверяли все оборудование. Очень интересно было. Команда очень добрая, дружелюбная. Было очень здорово. Мы также успели попасть в двухдневный шторм, и почти все просто лежали целый день. Это было что-то, ну, такое сомнительное. Ты идешь, и ты понимаешь, ты падаешь, или тебя в какую сторону вообще качает. Ты идешь, в итоге работаешь часик, потом идешь часик, спишь, потому что тебе очень плохо. Потом снова встаешь, снова идешь работать. Но это было веселое приключение на 2 дня. Но больше не хочется в шторм, на самом деле. Реально на парусах идти на нем? Да, вполне быстрее, чем на двигателе. Ну и рекламу миру я читал на сайте. По-моему, есть сайт или где-то, да, что можно вписаться также в круиз на мире. Вы можете по направлению, по траектории, куда мир движется, также попасть на борт и за определенную сумму порядка, я думаю, 1000 евро, также поехать с ребятами. И у кого есть в районе 1500 или 1500, ну там, наверное, в зависимости от маршрута и неделя где-то, неделя пути где-то. В общем, вот такая небольшая реклама для мира, и Питер, мы с тобой. Романтичная обстановка на палубе мира. Здесь, наверное, конечно, поскромнее, чем на Крузенштерне. Но родной дух. Немецкая пьянь тусует, а мы, как хорошие питерские интеллигенты, на палубе мира. Аида возвращается.
большая дискуссия с Лехой. Дискуссия, спор. Чуть да, вообще драка. Уже почти драка с Лехой. Он говорит, что как бы вот даже мир русские не могли построить, и построили поляки. Вот. А я ему говорю, а ты что сделал за свою жизнь, козел? А он говорит, а я кораблик построил бумажный. А еще что? Пошли на метро, короче. Я бумажный самолетик построил и учился на самолетостроении, но не научился, потому что творческая личность, я только базарить умею. И народ веселить, как петрушка. Ля-ля-ля.